Шевченко Евгения Николаевна. Это учитель русского языка высшей категории, Тольятти, эксперт предметных комиссий ГИО в Самарской области. И, конечно же, Евгения Николаевна занимается подготовкой призеров всероссийских олимпиад по русскому языку и литературе. Евгения Николаевна нам покажет, как организовать урок в нашей цифровой образовательной среде МЭО на примере русского языка. Пожалуйста, Евгения Николаевна. Итак, здравствуйте, коллеги. Рада приветствовать вас в рамках нашего семинара. Сейчас начну трансляцию своего рабочего стола, чтобы вам было видно. Так как я учитель-практик, всем хорошо видно, да? Трансляция пока все. То я предпочитаю показывать все на практике. Все мы не так давно с вами оказались в очень затруднительной ситуации, когда вынуждены были работать с нашими детьми дистанционно. Да? К счастью, у меня особых проблем не возникло, так как я уже не первый год работаю на данной платформе образовательной. И поэтому никаких проблем ни с подготовкой к урокам, ни с проведением данных уроков не было. Сейчас, когда мы все вышли на очную форму обучения, я, как и ранее, до этого, до дистанта, продолжаю использовать ресурсы, представленные в МЭО, на своих уроках. И сегодня я поделюсь с вами, расскажу, как у меня примерно проходят уроки. К сожалению, показать запись уроков, которые проходили в том году, не удастся, потому что в этом году платформа обновилась, и, понятно, все записи были удалены. Данное пособие, вот как я готовлюсь к уроку. Начнем с самого начала. Понятно, что заранее все мы готовимся, да, а не вот тебе на уроке. Вечером, предварительно или там за какое-то время, я открываю свою программу по предмету, открываю мобильное электронное образование, и здесь есть такой раздел, называется «Библиотека курсов». Здесь представлены, вот у учеников там электронные учебники по всем предметам школьным. Ну, я буду говорить конкретно за русский язык. Значит, что я делаю? Вот совсем недавно, буквально на неделе, да, мы с учениками 9 класса повторяли пройденный ранее материал, изучали простое предложение и его грамматическую основу. Я раскрываю учебник и смотрю, какие здесь есть разделы и что мне подходит. Итак, раздел «Науки и языки». Вот он. Урок 5. Синтаксис, словосочетание, простое предложение. Коллеги, всем видно демонстрация экрана, потому что я демонстрирую и не могу видеть, что видите вы. Все хорошо видят. Да? Ольга Александровна, у меня к вам просьба, если вдруг что-то, да, то вы, пожалуйста, вслух об этом говорите. Видно все. Угу, все замечательно. Итак, вот оно, мое простое предложение. Форму. Анализирую урок, выбираю все, что мне нравится, себе помечаю все, что я буду использовать на своем уроке. Как правило, заранее ребята получают домашнее задание на опережение, да, либо выборочное, либо всем классом. И затем помогают мне проводить урок. Итак, в начале урока мы проверяем домашнее задание. И у нас проходит фронтальный опрос. Мы вспоминаем ранее пройденный материал и нацеливаемся уже на тот, который... о котором пойдет речь на сегодняшнем уроке. Ну вот смотрите, фронтальный опрос. Формируем определение, да? Какой раздел языкознания изучает словосочетание и предложение? У меня в классе, у нас в лицее есть возможность вывести это все на интерактивную доску.
Есть возможность у ребят поработать с интерактивной доской. Я вызываю одного из учеников, и они выходят там по очереди, да, в очень таком достаточно хорошем темпе, потому что все они уже это умеют прекрасно делать. Помимо ответа, ученик еще должен правильно вписать название того раздела или тот термин, который требуется. Потому что если он допустит в наименовании ошибку, то ответ будет неправильным. Причем я могу, чтобы дети все в классе видели, в том числе и на последних партах, да, увеличить, если мне нужно, или уменьшить, в зависимости от конкретной совершенно ситуации. Далее, ну, здесь фронтальный опрос, вообще вспомнить материал, представляется очень хорошая площадка, очень хороший материал. Пока идет опрос, пока идет проверка домашнего задания, у меня в классе две интерактивные доски, но если нет такой возможности, да, то я, например, распечатываю материал, который могу скопировать легко отсюда, заранее распечатываю, готовлю раздаточный материал, вызываю к простой доске учеников с этими карточками, и они у меня работают. Например, вот здесь есть такой хороший тренажер, тесты, подготовка к ЕГЭ. Ученик выходит и тоже вместе, вернее, в то время, как остальные дети вспоминают правила, он выполняет небольшую работу. Затем 2-3 дополнительных вопроса, и оценка уже готова. Точно так же и здесь можно увеличить, и карточку можно увеличить, чтобы потом у ребят была возможность хорошо рассмотреть содержание данного задания. Все видно, да? Затем, после того, как мы повторили, я разбиваю, делю класс на группы. Одна группа работает у меня у доски с упражнениями, другая группа работает с учебником, третья работает индивидуально с карточками, которые я заранее приготовила, как я уже сказала, взяв нужный материал отсюда. К сожалению, наши современные учебники, да, ГОСовские, вот лично мне, и не только мне, не совсем нравятся. Там сократили количество упражнений, сократили количество заданий в упражнении, и сами упражнения, они небольшие. Как раз площадка Neo позволяет нам без лишних затрат времени найти интересные упражнения, распечатать их, вывести на доску и отработать необходимый материал. Здесь есть различного рода таблицы, которые позволяют нам точно так же вспомнить что-то, изучить новый материал, проверить себя. Так, все видно, да? Вот посмотрите, здесь очень интересные интерактивные задания. Ребята с удовольствием выходят к доске, работают с ними. Сейчас вот еще хочу. Вот здесь видите задание тестового типа, да, и причем ученики могут легко себя здесь же проверить и сами себе практически выставить оценку. Да? Например, какая пара слов в регионах является словосочетанием. Быстро на повторение. Я сейчас не буду вчитываться, да, отмечаю просто там, так, господи, вот давайте проверим. Если ученик сделал неправильно, вы видите смайлик, будет печальным, но у ученика есть возможность еще раз попробовать свои силы. Или кто-то другой из ребят выходит к доске и исправляет неправильно выполненное задание. Очень хорошие тренажеры есть, интерактивные объекты. Ну вот по словосочетанию, кстати, представлены очень хорошие. Перетягиванием работает. Да? И так далее.
Здесь есть также возможность проверки, то есть сейчас мы распределили не все, поэтому смайлик будет грустный у нас. Ребята легко могут переделать задание. И вот таким образом, совмещая работу в группах, интересный раздаточный материал я нахожу на данной платформе. Совмещая работу в классе с учебником, у нас проходит урок очень живым и наполняемость оценок, кстати, очень хорошая. В конце урока я, как и обычно, задаю детям домашнее задание. И такая возможность у меня есть. Для этого я перехожу в матрицу назначений. Выбираю курс. 9 класс, русский язык, да. Мы проходили занятие второе. Я выбираю необходимый мне урок. И назначаю. Причем у меня есть возможность посмотреть все задания с открытым ответом. Я, как правило, назначаю 1-2 задания с открытым ответом. Упражнения, да. Обязательно рекомендую детям, если мы в классе не прорешали тесты из раздела «Проверь себя», значит, я назначаю их на дом. И в зависимости от того, полностью мы рассмотрели тему или нет, я также задаю им задание, которое находится в ключевом вопросе к уроку. Или же, если материал проведен полностью, тема изучена полностью, прошу выполнить их задание к занятию. Причем, смотрите, мы легко можем посмотреть задание. У детей есть возможность ответить, прислать мне ответ. У меня есть возможность прокомментировать. И когда я выбираю задание, да, я также могу вначале посмотреть это задание, не возвращаясь в учебник, не пытаясь его там находить очень долго и муторно, да, я сразу открыла задание, посмотрела, интересно оно, неинтересно, нужно мне его назначить или нет. После того, как я убедилась, что да, задание подходит, я нажимаю и назначаю его как домашнее задание. И появляется, видите все, да, аббревиатура ДЗ. Если я передумала или потом увидела более интересное задание, я могу легко отменить назначение. Могу только одному ученику назначить это задание. Могу просто назначить его не как домашнее задание, а, например, в классе, да, и если у детей есть различного рода гаджеты, даже с телефоном можно заходить на площадку Mail, ребенок может легко найти это задание, у него все сразу же появится в органайзере, но об этом чуть попозже подробно вам расскажут наши методисты. И таким образом урок у нас завершается, да? А я могу также, еще очень интересно, здесь есть такой инструмент, как установить срок выполнения. То есть я назначаю дату, например, на 30-е, да, до скольки примерно они должны это выполнить, до 14:00, или там, ну не знаю, до 5 часов вечера, да, устанавливаю. И у ребенка все отображается, он видит, до какого числа он должен сделать, до скольки у него последнее время имеется, ну, как долго он может работать с этим заданием. Если же вдруг я что-то перепутала, да, я точно так же могу откорректировать, назначить снова или же удалить. Могу вообще не назначать никаких сроков, можно это все говорить на уроке устно, но в общем в том или ином случае у ребенка все отразится в его органайзере. Но у меня сейчас, вы можете посмотреть, в органайзере только прошедшие события, да, вот русский язык. У нас как бы, по всей стране вроде бы карантин сняли, да, но беда-то совсем не оставила нас в покое. Поэтому совсем недавно
Один из классов снова был отправлен на самоизоляцию вместе с учителями, работающими в этом классе. И таким вот благодаря данной платформе мобильного электронного образования не составило труда заниматься и с тем классом, который был на изоляции. Учителям, ушедшим, я, к счастью, не ушла на дистант, и с теми детьми, которые очно посещали школу. Они приходили домой, они видели записи уроков, подготовленные учителем, могли просмотреть, они видели задания по тому или иному предмету. Например, учителей химии в каждой школе максимум два, да, а зачастую он один на все классы. И он у нас был на дистанте, понятно, со всеми остальными не мог встречаться тоже в очной форме. Он встречался с ними заочно. А для этого мы имеем такой инструмент, как конференция. Мы с ребятами заранее обговариваем время, либо же я пишу им в личных сообщениях, либо же заранее создаю просто конференцию, и опять она у них отражается в органайзере. Дети заранее могут посмотреть, когда у нас с ними состоится конференция, какой урок вообще у них будет и в какие сроки. Итак, вот создание конференции. Я хочу создать конференцию. Вначале я ее должна назвать, да, там, например, русский язык. Ну, я больше писать не буду, достаточно русский язык, тему можно написать, дату указать. Если дата сегодняшняя, значит, я оставляю это число. Если дата вперед будет, я создаю урок заранее, то, понятно, я устанавливаю круглую дату. Назначаю время, 13:00. Устанавливаю длительность, сколько урок. Один урок будет, два урока. Запас я беру времени на то, чтобы дети подключились, вышли все в конференцию. После того выбираю роли. Кто мне нужен, ученики мне нужны, я могу очень легко добавить их целым классом. Вот 8-й Б, да, добавила и создаю конференцию. Сейчас я создавать не буду, вот они все видят. В общем, я с собой с любимой создам. Вот я создаю конференцию. Так, что у нас? Все ли я? Вроде как, да, куда она у меня потерялась? А, время, наверное, прошедшее. Ну, вот смотрите. Да, время прошедшее, поэтому. Угу. И после того, как я создала конференцию, я начинаю наш урок. Таким образом идет подготовка к уроку. Сейчас я здесь попробую включить камеру, чтобы вы видели, как примерно это выглядит. Если у меня две камеры будут работать сразу, вернее. Нет. Евгенька, не будет у вас. Две камеры работать. Да, не будет. В общем, вот здесь сверху появляются окошки, где мы с детьми легко видим друг друга. Я сюда могу загрузить любой материал, любой файл, ну, например. Это может быть файл PDF, это может быть Word-овский файл, это может быть презентация. У нас есть возможность писать на доске, есть возможность увеличивать. Так. Мешает трансляция. Так. Я могу менять файлы местами, да, могу использовать просто доску. Здесь есть все инструменты, которые нам необходимы. Точно так же я могу печатать, увеличивать шрифт и так далее и тому подобное. Я могу просто писать, подчеркивать, и дети точно так же могут все это выполнять. Здесь есть общий чат, где мы все вместе обсуждаем что-либо. Также дети мне могут отдельно написать, это буду видеть только я, то есть мой личный чат, а я им могу ответить. Что не нужно, можем удалять. В общем, достаточно все удобно, продумано и налажено. Евгения Николаевна, не закрывайте. Да, все.
Не закрывайте. Нажмите, Так. пожалуйста, плюсик, просто мы добавим еще одну функцию интересную, которую у нас можно организовать с учениками. Это видеофайл. Нет, верните назад. Вот где этот плюсик? У нас там есть возможность демонстрации с YouTube-канала ролики, которые вы считаете необходимым во время конференции демонстрировать для детей. То есть мы с вами не имеем права давать, ну, учителя все понимают, если мы просто дадим ссылку на канал YouTube, то неизвестные гаджеты постоянно, баннеры будут появляться на экране учеников, и тогда это будет отвлекать их от деятельности учебной и так далее. Вот, чтобы этого не происходило, мы здесь можем без проблем поделиться видео, да, вот эта кнопочка. Заранее, конечно, ссылочку мы себе сохранили для того, чтобы потом нажимаем на это диалоговое окно. Евгения Николаевна, нажмите, пожалуйста. Это новая функция, поэтому еще не все учителя попробовали данный инструмент. И вот в окошко мы вставляем, например, адрес того ролика, который хотим продемонстрировать. Ну, например, чтение каких-то литературных произведений, выдающимися нашими актерами. Там, ну, или фрагмент из «Война и мир», да, бал Наташи. Вот. Ну, то есть неважно. И здесь во весь экран будет демонстрироваться данное видеоизображение, которое, на основании которого потом учитель, в общем-то, организует какое-то обсуждение, может быть, потом поделение на группы и так далее. То есть вот этим моментом тоже можно пользоваться. После того, как этот фрагмент вы считаете, что нужно закрыть, вы должны опять нажать на плюсик и завершить показ, то есть деление вот с объектом, да, видео. И он тогда у вас закрывается, и вы снова возвращаетесь в формат конференции. Кроме этого, если мы нажмем «Настройки», где пользователи, Евгения Николаевна, перейдите, пожалуйста. Да. Здесь у нас есть возможность организовать групповые формы работы. Я вот не очень вижу, если... Да, я вот об этом тоже хотела. Вот, пожалуйста. Расскажите нам об этом. Оксана Валерьевна, давайте вы, я потом дальше продолжу. Хорошо? Хорошо, вот смотрите, здесь тоже есть, если мы с вами запланировали организовать групповые формы работы на уроке в формате онлайн, именно в режиме данной конференции, да, с учениками, мы заранее, конечно, уже спланировали по поводу каких заданий мы, с помощью каких заданий через матрицу мы их разделили. И детей здесь мы распределяем на комнаты. Здесь у нас есть создать комнаты групповой работы, правильно. И здесь же, ну, моя рекомендация, и Евгения Николаевна скорее тоже всего скажет, что в онлайн-формате больше двух групп, ну, просто трудно создать. Но есть, конечно, возможность, если дети старшие, да, 10, 9, 10, даже с 8 класса, то мы и три группы можем создавать. Выбираем две группы, например, если у вас в классе 25 человек, вы смотрите, если у вас идет, не идет, вернее, персонализация, да, вот этих по этим заданиям, а вам не важно, все дети у вас, в принципе, нет детей в классе с ОВЗ или с большими пробелами в знаниях, и вы просто можете их распределить случайным образом. И тогда дети попадут в разные вот эти две группы, не зная даже сами, кто в какую группу попадет. То есть здесь спонтанный вот такой, например, разбор проблемных вопросов или каких-то заданий. Если вы заранее через матрицу назначения заданий детей распределили и знаете пофамильно, куда кто будет попадать, то здесь, конечно, вы вот в эти комнаты перетаскиванием фамилий учащихся вашего класса, которые здесь будут отображаться, вы их разнесете вот по этим комнатам, вот где Евгения Николаевна, здесь одна комната сидит, а в двух других будут дети. Учитель, после этого, мы здесь сейчас это не будем демонстрировать, потому что детей мы все равно не пригласили, потому что демонстрируем просто функциональные возможности проведения такого урока. Вот, и тогда дети, здесь обязательно выставляется время, Евгения Николаевна, посмотрите, продолжительность работы детей в этих группах. Мы можем назначить 15 минут, да, но обратите внимание, что наши онлайн-уроки по санпинам мы проводим 20 минут. Значит, мы здесь где-то не больше 10 минут даем задание для групповой работы ученикам. Да, устанавливаем здесь время, и дальше уже мы создаем, да, нажимаем, и у нас появляются эти группы. Учитель имеет возможность, ну, здесь сейчас не получится, наверное, но, может быть, пустые просто группы будут, так как детей мы не подсоединили. Учитель имеет возможность
входить в каждую из этих групп и смотреть, чем занимаются учащиеся. Возможно, у них появляются вопросы, и он имеет возможность их проконсультировать. И тут же выйти, перейти в другую группу, и там посмотреть, чем занимаются учащиеся. Может быть, у них тоже есть какие-то проблемы при выполнении заданий. И потом, если дети справляются заранее установленного времени, он может тоже кнопочкой вернуть их всех обратно в режим фронтальной работы всем классом и далее провести рефлексию, да, по поводу выполненных всех этих заданий. Либо если происходит так, что дети все еще работают, ну, то есть время уже 10 минут проходит, то система конференции автоматически их оттуда отключает из групповых работ и возвращает к учителю в общую конференцию. И дальше, опять же, в зависимости от этапа урока, учитель сам организует деятельность с детьми, ну, своими учащимися. Вот таким образом проходят онлайн-уроки с использованием групповых форм деятельности. Кроме этого, у нас здесь очень хороший есть инструмент провести опрос, Евгения Николаевна. Так, я просто не вижу. В плюсе, по-моему, он у нас. Плюсики, да. Вот здесь у нас начать голосование. Евгения Николаевна показывала, что в мобильном электронном образовании достаточно большое, огромное количество разноуровневых заданий тестового плана, да. Мы его просто делаем скриншот, добавляем в презентацию или просто его объектом в виде рисунка сюда добавляем на экран. Но, скорее всего, учителя и, в частности, Евгения Николаевна, ну, где-то хотят быстренько проверить выполнение домашних заданий детьми, которые выполнены были к этому уроку. Он данные тесты быстренько скриншоты сделал, разместил себе в презентацию, например, их 3 штуки. И демонстрация идет здесь на экране. Но чтобы дети работали в формате А, Б, С, Д, да, выбор вариантов, то нам нужно на этих скриншотах вот ровно эти буквы добавить латинские. Или, а, здесь они у нас, да, латинские. И если вы планируете, у вас, например, есть тест, который предполагает 4 варианта ответа. Значит, мы должны... А когда проводим с этим заданием вопрос, да, выбрать вариант А, Б, С, Д. И тогда дети должны будут выбрать букву, и здесь преподаватель имеет возможность потом продемонстрировать результаты выполнения данного теста с детьми. У преподавателя отражается вся деятельность детей. Дети видят только общую вот эту табличку, которую Евгений Николаевич сейчас демонстрируют. Дети будут видеть, какой правильный вариант ответа, на который, вернее, Евгений Николаевич об этом скажет, как учитель, а у Евгения Николаевича будет видно, кто и как отвечал на данный вопрос и как выбирал свой вариант ответа. То есть вот это проводится буквально вот учителями, которые именно проводят работу в очно-заочном формате, именно в онлайн, вот сейчас на карантин вышли классы некоторые, пожалуйста, работа производится. И проверка заданий, в принципе, выполнение домашних заданий быстро можно организовать вот в течение 5 минут, используя вот такую форму работы. Именно инструмент голосования. Его часто используете, поэтому... Очень удобно это делать. Тем более задания при достаточном количестве. Не обязательно из МЭО вы возьмете эти задания. Возможно, у вас совершенно свои какие-то задания, если это подготовка к государственной итоговой аттестации, например. Их тоже можно взять из заданий к подготовке к государственной итоговой аттестации. Ну вот, в основном я просто вот пока Евгения Николаевна здесь находилась, их вам немножечко рассказала. Не буду дальше отвлекать. Евгения Николаевна, все, что я прокомментировала, можете продолжить дальше. Спасибо. Спасибо. И дальше еще, смотрите, я бы вот хотела о чем сказать. Здесь, точно так же, как сейчас я вам демонстрирую свой экран, да, все, что я делаю, я могу детям продемонстрировать. Здесь тоже есть такой инструмент, демонстрация экрана, я нажимаю. Включаю все, что мне надо, все, что я хочу демонстрировать. И дети будут видеть. Я точно так же могу войти вот в любое пособие, да, открыть любое упражнение. Здорово. Мы с ними вслух можем это прокомментировать. И смотрите, это все будут видеть дети.
на экране. То есть мы, находясь на приличном расстоянии друг от друга, мы можем легко общаться, не только писать вот на доске, подчеркивать, да, но точно так же выполнять упражнения из данного учебника. Я загружаю сюда свои презентации, свои файлы. Только ради. Мы все достаточно уже опытные педагоги, да, у нас очень много своих материалов, но почему бы не воспользоваться тем, что уже есть. Просто заранее продумываешь, да, что, как, когда ты будешь использовать на уроке. Вот и все. И еще одна очень интересная функция, важная функция, я бы сказала, это запись урока. То есть во время, в начале урока я включаю запись, и запись начинается. Либо какого-то фрагмента урока, либо полностью урок записываю. Нужно остановить, я останавливаю. И те ребята, которые не смогли посетить урок по тем или иным причинам, когда у них на это появится время, возможность, они войдут и посмотрят записи. И будут видеть и слышать все, что делали мы с остальными учащимися на уроке. Ну, в общем, достаточно интересный инструмент и выручает здорово, конечно. По завершении я выхожу из конференции, мы прощаемся с ребятами. Также мы можем общаться не только онлайн, потому что ну, сидеть ребенку перед экраном длительное время, когда еще по несколько уроков в день, да, достаточно трудно. И он не может быть привязан к компьютеру длительное время. Ребенок должен отдохнуть, должен погулять, просто глазам дать отдых. А потом через какое-то время вернуться и посмотреть, а что же ему еще нужно сделать, проверить свой органайзер и проверить личные сообщения. Здесь я точно так же могу создавать диалоги, пишу, например, там контрольная работа, да, что они должны сделать, выбираю там любой класс, который мне нужен, и создаю. Сейчас я создавать не буду. Видите, потом будет волноваться, почему не пришло пустое сообщение, да. И вот смотрите, вот у нас состоялся диалог с Игорем. Конференция закончилась, время все уже запасное, выговорили. И чтобы не возвращаться снова в конференцию, мы с ним просто обменялись, я ему написала, да, все понятно насчет домашнего задания. Он мне ответил, все хорошо. Здесь я точно так же могу голосовое сообщение отправить. Здесь я могу прикрепить файл, если мне, например, нужно им отправить какое-то задание дополнительное, я его открываю и отправляю. И файл будет отправлен. Ну, и еще, о чем бы я хотела вам сказать. Помимо учебников, библиотеки курсов, есть еще и пособия для подготовки к экзаменам. Это в 9 классе ОГЭ и ЕГЭ 11 класса. Эти пособия регулярно обновляются ежегодно, и вот сейчас мы снова ждем обновление, которое будет содержать уже те изменения в ЕГЭ 11 класса. Ну а пока они в этом году не столь кардинальны, да, мы легко можем использовать старые варианты. Посмотрите, пожалуйста, здесь помимо заданий, которые ребенок выполняет и проверяет себя, есть еще и основной теоретический материал, да. Помимо этого, ну, сейчас несколько раз идет, потому что демонстрация экрана, да, вот разбор типового задания по каждому номеру есть. Ребенок алгоритм может посмотреть, увидеть, как правильно нужно рассуждать. И так буквально, вот в ЕГЭ у нас 26 заданий, все 26 заданий достаточно четко расписаны, собран основной теоретический материал. Если мы на уроке с детьми повторили, да, у ребенка есть возможность и дома еще раз повторить. И сочинение здесь тоже представлено. Вторая часть, дан текст.
То есть она также, ой, извините, делала 27-е задание, вот, думаю, что-то не то. Вот. Ребенок имеет возможность написать мне сочинение, сюда прикрепить точно так же написанное от руки сочинение и отправить мне на проверку. У него есть возможность изучить теоретический материал по сочинению, да, как нужно писать сочинение, какова его композиция, на что нужно обращать внимание. Подсказка. По любому из 27 заданий все подсказки есть, все разборы, все примеры есть. Особенно молодым, начинающим учителям прям помощь, да и нам тоже лишняя, знаете, лишняя возможность повторить ее. Здорово. И сейчас быстренько, чтобы не задерживать, вас покажу пособие для ОГЭ 9 класса. Вот в прошлом году у меня был 9 класс, просто на 11 не было. Бог миловал на этот год тяжелый. У меня был 9 класс, и мы до последнего не знали, будет экзамен, не будет, в какой форме, как он будет проходить. И мы с ребятами готовились. Кстати, не знаю, как у вас, а в нашем регионе экзамен все-таки провели. Вот в сентябре месяце и буквально вчера мы получили результаты. И увидели, что мы не зря готовились, и Мэйл нам в этом тоже очень классно, эта площадка помогла. Вот помните, у нас в ОГЭ первое задание – это изложение. И мы с вами, в интернете, конечно, очень много уже ссылок, да, но в интернете это все в разных местах. И на все на это требуется большое количество времени, чтобы найти, скачать, а здесь уже все готово. Мирапольс не передает, к сожалению, звук. Ну вот, да, здесь поэтому есть аудиофайлы, они тоже очень здорово и хорошо представлены. Точно так же, как и в пособии для подготовки к ЕГЭ, весь теоретический материал представлен, примеры все представлены, все сочинения разобраны. Так, сейчас влияние у нас вот, да? Рекомендации даны, шаблоны даны. Все у ребенка под рукой, и у учителя тоже. И еще, когда мы с вами проводим подготовку к ЕГЭ, она же у нас начинается буквально с 5 класса, да, и готовясь к уроку, я могу легко и быстро посмотреть в каждом разделе, какие задания я могу использовать на уроке отдельно при подготовке к ЕГЭ, чтобы долго их не искать. Да, потому что все задания у нас вшиты в уроки. Да, я нажимаю поисковую строку, да, пишу, что я хочу найти, и сразу вижу, здесь есть 5 заданий для подготовки к ОГЭ. Я их просматриваю, выбираю, что мне нужно. Все. Да, и как раздаточный материал, и как в онлайн-формате мы можем продемонстрировать. Вот, я, пожалуйста, то же самое. Открыли, посмотрели, увидели, выбрали. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Я хотела с вами поделиться. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Рада буду помочь. Спасибо, Евгения Николаевна. Сейчас, если в чате будут вопросы, мы будем рады на них ответить. Вы не отключайтесь от чата, пожалуйста. Очень все подробно расписано, замечательно все вам показали. И у нас еще следующий докладчик. Правильская Мария Владимировна, пожалуйста, к нам подключайтесь. Это учитель начальных классов. Конкурс «Учитель года» в номинации «Классный руководитель» представит нам интегрированный урок в цифровой образовательной среде. И хочется еще сказать, что у нас летом проходило обучение как раз педагогов города Перми, и это была одна из самых лучших разработок, именно поэтому мы пригласили Марию Владимировну к нам сегодня присоединиться и рассказать о своем. Пожалуйста, Мария Владимировна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно?
Слышно, надеюсь, и видно. Все отлично. Да, хорошо. Все, спасибо. Я хочу представить вашему вниманию интегрированный урок «Цифровой образовательной среде с использованием московского электронного образования». Почему? Ой, извиняюсь, да, мобильного я оговорилась. Простите, пожалуйста. Очень сильно извиняюсь. Я хочу объяснить сначала, почему мы выбрали именно интегрированный урок. Обучались мы, как работать в МОО, и наша группа была составлена из преподавателей разных предметов: русский язык, литература в старших классах, математика в старших классах и учителей начальной школы. Ну что ж, интеграция, значение от латинского языка «интегра» – «цельный» и предполагает восстановление единого образовательного пространства, в нашем случае пространства предметов, изучаемых в школе, что позволяет нам сделать материал, представленный для работы в МЭО. Для того, чтобы организовать такой урок, требуется соблюсти определенные принципы, тщательно отобрать содержание материала, четко и точно сформулировать задания, предложить детям частую смену деятельности, чтобы они не уставали, и способность к импровизации должна быть у учителя. Что же позволяет сделать интегрированный урок? Расширить тематику изучаемого материала, активизирует учебно-познавательную деятельность обучающихся, обеспечивает им возможность самостоятельно работать с разными источниками информации. Начинается подготовка к интегрированному уроку с моделирования. Что сделали и мы? Мы изучили предметы начальной школы, несмотря на то, что были учителя разных классов, и нашли общие точки соприкосновения в различных предметах, что позволит учащимся использовать полученные знания из разных предметов в новой образовательной ситуации. Итак, я представляю вашему вниманию интегрированный урок «Наши реки» по теме в четвертом классе. Урок был разработан для дистанционного формата, модель урока, смешанная с элементами перевернутого класса. В основу интегрированного урока положен материал предмета «Окружающий мир», а также использован материал таких предметов, как русский язык, математика и изобразительное искусство. Цель нашего урока была систематизировать и расширить представление школьников о реках России и их использовании человеком. Урок начинается с самостоятельной домашней работы по группам. Деление на группы было основано на заинтересованности детей в изучении предмета «Окружающий мир». Первая группа – это продвинутые дети, которым интересен предмет «Окружающий мир», быстро читающие, умеющие делать выводы и проводить аналогии самостоятельно. Вторая группа – это мы назвали группа «Норма», те дети, которые менее интересуются окружающим миром, ну, изучают его постольку, поскольку это необходимо, и затрудняются делать выводы и проводить аналогии. В соответствии с этим вы видите разницу в домашнем задании. У первой группы задания более расширенное, у второй менее расширенное. Дети получают задание через матрицу назначения задания, которое вы уже сегодня слышали. И дальше, раз урок был разработан для дистанционного формата, организационный этап включает в себя проверку подключения к конференции и открытие дополнительных вкладок, которые необходимы для урока. Ну, это я так предполагаю, что это русский язык, не предполагаю, точнее говорю, который будет использоваться, и предмет математика. После этого мы переходим к следующему этапу, это погружение в проблему, определение темы урока. Детям учитель предлагает вот такой рисунок, который вы видите перед собой на экране, и задает детям вопрос, просит их высказать свое отношение к этому рисунку, что перед вами, какие чувства вызывает, почему и чему не хватает. Ну, мы видим с вами, что на планете Земля не хватает воды, и поэтому мы повторяем ранее изученный материал в прошлых классах о том, что
Вода – это водное богатство, какие они бывают, естественные, искусственные. Ну а чтобы понять, о каких именно природных богатствах мы будем говорить на этом уроке, мы предлагаем детям решить кроссворд. Они отгадывают, что это реки, переходим, рассматриваем карту, и они уже знают из домашнего задания, что это будут именно реки России. Следующий этап – это актуализация знаний, которые они получили в самостоятельной работе дома. Здесь проводится небольшая самостоятельная работа. Работа в процессе урока идет по тем группам, на которые разделены дети. И они выполняют задания по группам, когда им необходимо ответить на вопросы, то, что они выучили дома. И каждой группе дается инструкция. Инструкцию мы предлагаем детям выслать в личных сообщениях, чтобы каждая группа могла прочитать инструкцию для выполнения этой работы. Следующий важный этап урока – это погружение в проблему и создание интриги урока. Как я уже сказала, за основу взят предмет «Окружающий мир», но погружение в проблему урока происходит на уроке математики. Через такую рубрику, которая есть в МЭО, это клуб знатоков, в данном случае клуб знатоков «Реки России», где детям предлагается работа с текстом, с изображениями, где мы обращаем внимание на красоту рек, вы видите на экране скриншот этого задания, а также они выполняют математические вычисления. И уже из математики они знакомятся с крупными реками России, но их здесь представлено три. Чтобы продолжить это знакомство, мы переходим в окружающий мир, в раздел «Главные реки России», где детям предлагается прочитать текст о главных реках России, сравнить после прочтения текста, сравнить иллюстрации рек из математики и окружающего мира. Вот как сказали, можно сделать скриншот, вывести на доску, и задается вопрос. Посмотрите, пожалуйста, давайте попробуем ответить на вопросы мы с вами. Что общего на этих иллюстрациях, а в чем разница? Напишите мне, пожалуйста, в чате. Угу. Молчат, да? Но если присмотреться, то мы... Достаточно сложно. Наверное, нет. Ну, просто люди, да, просто рассмотреть, растерялись немножко. Я вот скажу, что общего мы видим, что это реки, берега у них есть, вода. А разница состоит в том, что на фотографиях из окружающего мира на реках есть еще и города. И мы подводим таким образом, ребят, ключевому вопросу урока, что очень хорошо, есть такой раздел, который нам помогает организовать как раз урок очень даже качественно. В ключевом вопросе урока задан такой вопрос: как ты думаешь, почему на реках строили города и что общего у городов, которые стоят на этих реках? Что, в общем-то, нам необходимо, потому что нам необходимо раскрыть значение рек в жизни человека. Чтобы ответить на этот вопрос, мы предлагаем ребятам окунуться в практическую работу. Работа проводится по вебинарным комнатам. Первая группа выполняет задание из МЭО «Окружающий мир, 4 класс». Есть такое задание с открытым ответом. Готовимся к итоговой проверочной работе, работа с текстом. Ну, мы не исключаем работу с учебным материалом, с учебником. И в данном случае мы предлагаем... Ну как, большинство сейчас обучаются, ребят, по окружающему миру Плешакова, и текст прочитать из учебника. И выделить основные понятия, которые говорят о том, о значении рек в жизни человека. В процессе работы мы предлагаем детям составить кластерную модель ответа на этот вопрос, ну или схему. Для того, чтобы дополнить данный материал, ну, в данном случае здесь не все указывается, поэтому мы переходим в русский язык. Практическая работа продолжается. И на задании типы текстов рассматриваем текст пропискаря, который помогает нам не только повторить русский язык и типы текста, в данном случае описание, но и раскрыть еще одну особенность значения рек в жизни человека – это рыболовство. Так как дистанционный формат, вот в задании просят написать
Мы, конечно же, очень долго думали, но пришли к выводу, что писать очень долго, поэтому слова прилагательные, которые предлагается ставить в текст, мы предлагаем ребятам написать в сообщениях в чате к уроку. Еще раз я повторюсь, что результатом практической работы мы предлагаем создать после обсуждения кластер по теме значения рек в жизни человека, ну или модель можно создать, модель или схему уже кому как удобно будет из учителей. Конечно же, следующим этапом урока идет усвоение, проверка усвоения и применение полученных знаний. И очень небольшое задание «Установи соответствие между реками и городами» идет в личных сообщениях, чтобы проверить очень быстро. Не смогли мы обойти краеведческий момент в данной теме, и поэтому мы задаем ребятам вопрос, предлагаем задать вопрос, а на какой реке стоит ваш город? Наш город стоит на реке Кама. Ну вот, я посмотрела, в Ямало-Ненецком округе тоже есть большое количество рек, поэтому я думаю, что можно обратить внимание тоже. И предлагаем здесь элемент урока литературы, но на дополнительном материале. Предлагаем детям прочитать стихотворение о реке Каме, чтение с пометами, такой прием, когда ребята читают и выделяют слова, которые говорят о значении конкретно реки, протекающей в нашем городе, в жизни человека. Вы видите красным цветом эти слова выделены. И, конечно же, мы дополняем кластерную модель, которая у нас получилась. Для того, чтобы подвести итог урока, мы возвращаемся к ключевому вопросу урока. А возвращение к ключевому вопросу урока позволяет проанализировать степень достижения планируемых результатов, сформировать вывод по основному содержанию урока. Но раз у нас был предусмотрен дистанционный формат, то мы предлагаем все-таки, чтобы дети ответили незаконченное предложение. Города строят на реках, потому что... И дети в сообщениях в чате посылают нам ответ. Ну и можно продолжить, что общего у городов, которые стоят на реках. И заключающим этапом урока является домашнее задание. Домашнее задание – это переход, выход из теории, которую мы изучали на уроке, в практическую плоскость. Домашнее задание предлагается детям на выбор, по желанию, дети делятся на группы для выполнения мини-проектов. Группы, названные по профессиям – картографы, художники, писатели и инженеры. В домашнем задании им предлагается в своих мини-проектах на основе материала из МЭУ и всех предметных областей, которые присутствовали в данном интегрированном уроке, выполнить домашнюю работу, ну, по интересам. А может быть, кто-то все четыре выполнит задания. Ну, и я хочу сказать, что на этом урок заканчивается, и я надеюсь, что вы сможете наполнить свой интегрированный урок какими-то другими областями, которые вы можете встретить. Единственное, что мне хотелось добавить в заключение, что в интегрированном уроке очень важное умение поддерживается, регулятивное – это умение удерживать учебную задачу в пространстве различных предметов, что довольно-таки непростое задание. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо большое. Спасибо, Мария Владимировна. Вы просто замечательно нам все представили. И я хочу сказать, что мы открыли эту разработку в доступ сейчас с вашего разрешения. Если вы разрешите, да, то, коллеги, скачивайте, потому что это готовый урок, и вы можете, в принципе, также по таким же параметрам, по шагам сделать любой свой урок. И сегодня, конечно, вам показали абсолютно все. Евгения Николаевна пошагово показала, как в системе все организовать. Мария Владимировна показала, как метапредметный урок сделать. Поэтому я думаю, что, коллеги, это была очень полезная для вас информация. Мы отработали час. Пожалуйста, вопросы, если в чате, пишите. Очень хотелось бы, да, вот вам пишут прекрасный урок. Спасибо большое. Вопросы услышать.
Да, мы будем, Мария Владимировна, вас дальше приглашать с вашим вопросом. Пожалуйста, спасибо. Тоже в наши вебинары. Спасибо вам огромное. Спасибо. Огромное спасибо Евгении Николаевне. Да, тоже за ваш урок. В чате она просто сейчас вот без камеры. Коллеги, вы можете к нам обращаться, мы всегда с вами на связи. Оксана Валерьевна, руководитель отдела апробации и методического сопровождения. Буквально с ней наша, когда мы работали в Перми. Поэтому вот и задавайте вам появились. Пропустили. Ольга Александровна, зависла что-то, связь. Зависла, да? Сейчас отвисла. Даже я что-то прослушала. Ну, понятно. Нет, я просто сказала, что вопросы задавать. Вебинар вместе с Ольгой Александровной, но большей частью она. А я подключилась для того, чтобы пообщаться с вами, уважаемые коллеги, чтобы потом понимать, какие вопросы с вами мы можем вместе обсудить вот на таких встречах. Кстати, очень полезные встречи, и будем рады для вас организовать по вашим интересным запросам, вопросам, проблемам именно при организации обучения в любом формате, в очном формате или в очно-заочном, или полностью, если вы уйдете на дистант. Ваши погодные как бы, условия тоже, они такие напряженные для здоровья детей, да, карантины и так далее. Вот, поэтому всегда будет возникать такое большое количество вопросов, и мы готовы вам всегда оказать посильную помощь, которую мы именно вот с Ольгой Александровной будем вам предлагать, разрабатывать какие-то материалы именно для вас. Всем спасибо за сегодняшнее участие. И спасибо. Мы завершаем. Ольга Александровна, извините, я вместо вас, потому что у вас как-то, либо у меня это зависание происходит, я не знаю, может быть, у коллег все хорошо. Нет. Все нормально. Слышно меня? Поэтому до новых встреч. Надеемся еще раз с вами все поработать. Спасибо, коллеги. Всего доброго. До свидания. До свидания.